Итак, давайте приступим к размещению контента. В разделе «Партнерам», который мы создали недавно, в файле «Условия партнерства», на странице «Условия партнерства», давайте разместим некий контент. Вот у меня есть заранее подготовленный контент. Давайте его скопируем. Скопировали. И разместим на странице. Просто Ctrl-V. Давайте посмотрим, как преобразовал визуальный редактор то, что мы вставили из Word в код. Как мы видим, здесь очень много каких-то стилистических оформлений совершенно ненужных, много верстки неправильной. Хотелось бы все это почистить. Поэтому предлагается верстать. Часто верстается это вручную, желательно это делать вручную. Ну или же воспользоваться функцией вставки из Word. Давайте попробуем эту функцию, удалим все, что здесь создали, и вставим из Word. Опять же, все, что у нас здесь выделено, мы копируем, вставляем. И здесь есть уже очищенный код, который можно наблюдать. Сохраняем. Соответственно, посмотрим, он гораздо чище, чем был ранее. Также картинки, которые вставляются на странице, желательно хранить в медиабиблиотеке. Это централизованное хранилище картинок. И давайте вставим сюда картинку с локального диска. Для начала загрузим ее в медиабиблиотеку. Вот у нас здесь есть созданная коллекция. Добавим элемент. Вот моя картинка. Сохраняем. Вот она появилась. Я выбираю эту картинку. Здесь можно задать какие-то пропорции, размеры, ширина, высота, выравнивание, отступы и так далее. Нажимаем сохранить. Вот она появилась. Сохраняем страницу.